Так, мы пришли угощать Лёвиков с другой стороны. Рокки. Аслан. Медея. Лейла. Да, по счету. Вот второй, видите, три, две львицы и лев ходит. Да, нет, ну Рокки тоже давайте. Тоже надо, да, все. Второй и в третий кидать ему, да? Да. Первый, второй. Сейчас третий. Я примечусь немного. Опа. Попал, нет? Да, Лейла взяла. Или Медея. Опа, Аслан взял. Аслан. Все, взяли. Все? Взяли, да. И Аслан, и Медея взяла. Рокки гуляет с Медеей. А киньте Рокки еще. Ой, сейчас он поведет. Кидай еще. Миледи взяла. А он, у него не в мясе интересно. Рокки гуляет и всех ревнует. Рокки! Вот оно тебе надо. Короче, ему не кидай. Да, он не кушает, он просто. Забрал кусок мяса то этот. Ну, там кусок мяса лежит. А Лейла достать хочет. Киньте, пожалуйста, Лейли во второй вольер. Рокки забрал кусок. Медея взяла. По счету второй кидаем? Да, второй. Ну, тигриком тоже можно. Все, миледи. Так, так же второй? Да. А, понял. А до тигров не добраться? Миледи с Рокки уже разборкой устроила. Лев не кушает. Так, Лейла взяла. А до Витюши не докинете? Витюша, ну сколько? Вы если по вольерам будете считать? Какой вольер кидать вольер? По счету. Третий попробуйте. Третий с тиграми. Третий, четвертый попробуйте. После тигров? Да. Ну, сейчас я примерно посчитаю. Марселю. Вот так, наверное. Дим, иди сюда. Нет, вот смотри, тигром, Марсель, да? Дим. Вот смотри, Марсель сюда смотрит на нас. Вот так, наверное, будет. К Марселю. Вон Марсель смотрит. Марсик вышел. Марсик, возьми Марсик. Да, я попал, но его нет. Ну, Марсик вышел, не знаю. Да Марсика докинете. Вон он, Марсик. Витюша досталась. Тиграм досталось. Там тигры воюют. Ты на лову наехал, да. Страшно. Ну да, что-то Марсик. Ну, Марселю бы, если получится, докинуть. Это там тигров, это, клетка. Витя взял. Витюши попали. Марсель вот стоит, видишь, Марсель, вот он стоит. Да, вон он, да, лапками перебирает. Марсель, вот. Лапками перебирает. Да. Грива такая темная, пушистая. Угу. Вот Марсель. Все, вот. Пусто. Уже нет у нас? Да, ну все, тогда давай. Что, Рокки никак не успокоится? Ну да, с Лейлой задрался. Это львы, это не кошки. Он под крышей, Тань, правильно?